меня спрашивают про Вовку Кабана Бобруйского. Был при мне вкрытый. Я там изолирован был сильно. И там единственная возможность была, если отлажено, маяки отлажены, то со 103 или со 111 стреляли на крышу столовой, под окном крыши столовой. Но у нас корпусы были, короче, я так, а их не так, корпус. Они стреляли на крышу столовой, вот. А я в это время стреляю на перехват и затягиваю ихную нитку, затягиваю, откатываем. Но только надо очень быстро, потому что я слышу, на посту телефон звонит у мента. Значит, звонят, значит, засекли. Сразу разбегаюсь. Вот. И мы с Кабаном так отладили. Вообще успевали откатать груза, малявы. Короче, менты прибегают, а я уже лежу. А меня одного поймать мало. Надо поймать, с кем я катаю. И они бегут туда, а там уже разбежались. И все на нарах лежат. Они нихуя. Надо видеть, с кем, и шо, они знают, что я катаю, а с кем. Короче, так просто не напишут, что я катаю, а с кем, спросит хозяин. Вот. И у нас с Кабаном было отлажено вообще маяки. Мы заранее часа за 5, за 6, короче, маяковали. Уже знаем, что вечером будем кататься. И все. Мгновенно. Обычно, когда баланду несут на корпус. Потом он в апреле освободился, а я должен был в июле. Короче, кабан первый освободился. И все. Я знал, что он на свободе. А за мной приехал Бобруйский Валера Бала. Друг мой, мы с ним дружили еще с 94-го года или с 95-го. На РБ вместе ездили. Ну, раньше было попроще, не было так, все заморожено. Общались, передавали друг другу. А Бала был на усиленном режиме, он был у себя как пахан там. Он с Винницы скрытой приехал с Украины. Ну, мы подружились. Вот, потом, когда Кабан освободился, я взял адрес его матери, стал писать с его матерью. Потом освободился, заехали в Бобруйск, там ночевали. И там с Кабаном познакомился воочию уже. Приехал к нему и к матери Кабана. Матушка у него охуительная женщина. Ну, уже вживую познакомился. А сейчас мы на связи, постоянно перезваниваемся. Ну, как человек он мне нравится. Ой. Не знаю, там... Я за него плохого ничего не слышал.